Избранные, так финалистов называют члены жюри, к третьему туру готовились особенно. Сегодня им предстояло станцевать по две вариации. Решающий тур открыла москвичка Наталья Погорелая, одна из претенденток на победу. Балерина примерила роль Золушки и Лизы из балета «Тщетная предосторожность». Условия финального тура – показать не просто балет, а балет-сказку. В балете Наталья восьмой год. Последние несколько лет она мечтала попасть на конкурс «Молодой балет мира». В профессиональных кругах лауреата международного конкурса Юрия Григоровича считаются лучшими. Это хороший опыт для будущего. Попробовать. Это другие ощущения. Это не то, когда ты танцуешь какой-то спектакль или просто ПДД. Это другое. То есть это больше волнения, переживания за что-то новое. Конкурс, созданный всемирно известным хореографом Юрием Григоровичем, проводится прежде всего с целью оказания помощи молодым артистам балета в их профессиональном становлении. За 5 лет существования конкурса многие дипломанты и обладатели Гран-при молодого балета мира стали артистами столичных театров. К ним уже будет отношение несколько иное. Они приедут с лауреатским званием международного конкурса. Это означает профессиональное признание, как минимум. А для балетного человека это все.